Сегодня 30 октября. Приключения пожарной машины продолжаются. Привет! Сегодня приключения моей метро Красной Стрелы. Понятно. Покажи, где Саша тут стейки делает замечательные, да? Или как это называется? Серьез, понятия не имею. Тоже как пожарная машина, но с полосочкой. Цвет такой же, но здесь желтая полосочка. Дверь открывается та же. Я понял. А как зовут этот вагончик метро? Имя у него есть? Нету, просто... Просто вагончик метро, я понял. Нет, не вагончик метро, а Красная Стрела. Вот, осень вот так вот тут красиво. Да, Жорка? Да, это просто у него есть имя. Красная Стрела. Я понял. Тосты, мясо, картошка, Аня, мама, папа, Саша, Жорик. Вот наша машина, Peugeot 305. Мы желаем вам купить такое же, но не зеленое, белое. Аня, мама, папа, Саша, Жорик, картошка. Тосты. Слушайте, вот тост уже поджарился, смотрите, видишь, как четко снять. Все. Давай убирать, Саша уже ругается, надо убирать. Красота получается. Обалдеть. Завидуйте, пацаны. Обалдеть. А Жорка, как всегда, уплетает. Да, Жорка, вкусно? Да. Ням-ням-ням. Да, красиво, да. Какой чудесный день. Какой чудесный пень. О чем это я так, да? Ой, красотища, Саша. Это домашний. Ага. Обалдеть, да. Симпатичный. Вот такой замечательный стол. Жорка сидит, балдеет. А за спиной у него рельсы. Вы видите рельсы? Сейчас я вам их приблизю. Ням. Только после этого. Ням. Уже темнеет. Что, Жорка, понравилось тебе? Да. А твоему вагончику метро? Не понравилось вагончик. Не понравилось? Почему? Потому что он еще не ехал под водой. А, ну вагончики ж метро не ездят под водой, Жорик. Но этот умеет. Ладно, в следующей серии мы покажем, как он ездит под водой. Нет. А сейчас всем пока.